всех приемниках города. Blitz FM. Лето в каждой ноте. Пульс радио. Здравствуйте! В эфире рубрика «Ровным счетом» в студии Дарья Клещевникова. Сегодня мы затронем такую важную тему, как социальная ответственность бизнеса. Очевидно, что помимо предписанных законодательством социальных обязательств, например, перед своими сотрудниками крупные организации должны участвовать и в различных программах – собственных или государственных. Подобная социальная работа может иметь самый разнообразный характер – от поддержки детей, оказавшихся без попечительства родителей, до организации и финансового обеспечения спортивных соревнований, а также праздников. Именно о последнем случае и пойдет речь в сюжете, подготовленном нашей съемочной группой. Недавно в Йошкар-Оле отмечался День города. В этом году праздник провели с особым размахом. И, конечно же, 430-летие города не было бы столь ярким без участия крупнейших предприятий и организаций нашего города. Центром притяжения для всех, кто гулял по Йошкар-Оле в День города, в этом году, несомненно, стала Патриаршая площадь. 430-летие столицы Мариэл здесь отметили по-настоящему грандиозно. С многочасовой программой, десятком площадок для горожан всех возрастов и главной сценой, на которой 8 августа на третьем городском фестивале фейерверков выступали диджеи с зажигательной музыкальной программой. Завершился этот яркий день, а точнее уже поздний пятничный вечер, салютом и лазерным шоу от генеральных партнеров. Холдинга ТВ и радио на Патриаршей. Свою программу, среди прочих, представил и Сбербанк России. Сбербанк поздравляет всех жителей Йошкар-Олы с Днем города. 430 лет – это новый уровень, это новый стандарт. И тот праздник, который Сбербанк дарит всем жителям, подтверждает. Наш город самый лучший, наши жители самые лучшие. С праздником! Дорогие йошкар-олинцы! В этот вечер на Патриаршей площади собрались около 50 тысяч горожан и тех, кто приехал на этот праздник издалека. Каждый желающий мог познакомиться с продуктами Сбербанка, получить консультации, в том числе от робота, который выступил в роли сотрудника банка. Немаловажно то, что третий городской фестиваль фейерверков прошел без привлечения бюджетных средств. Финансирование полностью взяли на себя партнеры холдинга ТВ и радио на Патриаршей. Подобный формат проведения праздника стал уже традиционным и год от года набирает все больше масштаб, наращивая качество света, звука, предлагая зрителям выступления самых интересных и любимых музыкантов, превращая День города в самое яркое событие лета. Еще раз с праздником всех жителей Йошкар-Олы. С вами была Дарья Клещевникова. До встречи через неделю.